Дисклеймер. Привет, я третий. У меня сегодня продолжение игры Лорелли. Я остановился на том моменте, когда уже началась вторая глава. Так, ну что-то камера вообще по-глупому прыгает. Вообще неудобно. Так, чего? Ну, автобус подъехал, я вижу. Ну, а что смысл? Мне типа на автобус надо успеть или чего? Подождите! Мудак. Уехал все-таки. Эй! Вот что за человек, а? Он просто взял и уехал. Ну, с такой походкой, блин, ты, конечно, попробовала бы походить. Зачем ты... Да, я помню про крокодила, про то, что ты еще и крокодишь, и то, что ты тоже потом будешь тоже крокодить. Это я тоже помню. Так. Ну, возьми, вот чья-то машина стоит, возьми, доедь, куда тебе там надо. Или это вся глава, которой ты будешь охренительно идти. Просто идти. Ничего не делать, ничего не думать, ничего не решать, ничего не рассказывать, ничего не читать. Просто идти. Вот самое увлекательное, что есть занятие, это вот так вот ногами. Я смогу сэкономить немного времени, если я срежу через... Ты что сделала? Я ж не успел прочитать, я тут кривляюсь сижу. Вот зачем ты... Вот сейчас кто-то должен напасть, по идее. Вот сейчас она пошла через темный переулок. Собака. Ну, естественно, кто ж еще, да? Ну и чего? С ноги, с разбегу на. Нет? И чего ты мне предлагаешь? И чего я тут типа найти что-то должен и собаки? Ой! Нет, 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 нет! Чувак! Здесь нельзя парковаться! В смысле? Так. Эй! Отгони машину, приятель! Пожалуйста! С ноги долбани, козел. Правильно, молодец. А чё, все что ли? Долбани еще раз. Да зашибись, и что мне делать? Фу. Я не буду трогать это голыми руками. Рыба. Так возьми не голыми руками. У тебя, кстати, инвентарь же есть? Или все, больше нет инвентаря у тебя? Фу. Да ты говорила уже. О чем мне инвентарь, я так понимаю, исчез после предыдущей части. Ладно. Значит, мне... мусорный бак. О, киса, привет. Ой. Эй, котик. А чего ты прятался в этом старом вонючем мусорном баке? Чё, не отвечает, да? Брысь. Беги, атакуй эту собаку. Чё, ты тоже не хочешь с тобой разговаривать, да, котик? Странно. А ну, мусор, чё ты тут? Ты взяла огурец? Зачем? Тряпочка, теперь я догадался. Сейчас она возьмет тряпочкой, рыбу кинет в кота, а кот побежит за это драться с собакой. Все очень просто. Все гениально. Просто давай. Огурец. Использовать. Все. Взяла. Молодец. А теперь давай для кота. Дурачок, давай. Используй. Ты что, сожрала? А, кот съел свою рыбку. Но я абсолютно ничего не добилась. Или? Все же добилась. Карма плюс один. Спасибо, нахуй. Прям вообще идеально. Прям спасибо огромное. Карма это прям то, что мне сейчас надо. Натя, жри, скотина, огурец. Или коту в задницу его засунуть. Давай попробуем коту засунуть. Посмотрим, что будет. В них ничего нет. Давай коту, что у нас есть выбор. Не думаю, что я спрятать, чтобы кот не увидел сразу. Ну, давай в мусор положим. Не-а. А зачем мне огурец, собственно? И чего мне делать? Чё за прикол? Ты просто взяла огурец и все? Ну, давай кота. Чтоб тебя... Как мне напугать этого безмозглого кота? Ну, огурцом, я же сказал. Думаю, его нужно спрятать куда-то, чтобы кот не увидел сразу. Сюда, спрячь. Ничего не получится. Почему не получится? А что ты мне предлагаешь вообще? Куда ты хочешь идти? Куда мне надо огурец? Кот, коробки. Ну, в коробке максимум. В них ничего нет. Но можно положить же. Ну, использовать. Всем известно, что коты боятся огурцов. Так ведь? Ну да, и чего? Я просто положу это сюда, прямо у него за спиной. А почему коты боятся огурцов? Допустим, цитруса почему боятся, я еще понимаю.
Ой, а что у тебя за спиной, приятель? Какой уровень графики невероятный, просто шикарно, прям вау. А почему они, кстати, реально боятся огурцов? Что за звук? Чего ты там смотришь? О, ребенок. Это не тот, кстати, ребенок, который их ребенок, который младенец. Они что, приемного взяли на улице просто? Вот почему они не могли полицию вызвать, потому что они ребенка нашли на улице. Не, ну это вообще тупо. Она жива! Прикинь. Ты это ожидал? Я нет. Нифига себе. А что происходит? Почему? А чё... О, понятно. Значит, не жива все-таки. Горло у тебя порезано? Это чего? Это скулы? Нет, вроде не порезано. Не вижу. Дверь. Не надо так приближаться. Там по-любому сейчас выпрыгнет этот мудак. Так, бу! Выпрыгнет, испугает. Не надо смотреть. Ну что ты делаешь? Ну не... зачем? Да, я же сказал. Прикинь, как предсказуемо. Ну давай дальше посмотрим. Фен. Не надо выбросить наркотики, сейчас менты спалят. Так, розетка. Сюда можно что-то подключить? Конечно, можно. Давай. Мне не нужно сушить волосы. Так, давай, давай намочи волосы, и потом посушишь. Вытащить затычку. Не трогай. Давай вытащи. Зачем? А, вот теперь давай засунь в розетку фен. Как раз в воду. Нет? В детстве я любила прыгать по лужам. А зачем тебе? Не то. А что ты тогда хочешь? В ванной что-то на дне есть? Нет. А для чего я просто взял насвинячил? Как ты входишь? Фу. Ладно. Для чего я просто взял насвинячил? Я не понимаю. Ладно, фиг с тобой. Давай пройдемся по травке. Травка, фен. Хороший выпуск. Мне его заблокируют. Ой, как много... Вот я не понимаю. Вот она вообще странная. Идет по полю с подсолнухами. И ни один подсолнух не сорвало семечки пощелкать. Вот ты бы удержалась, я бы нет. Вот, вот смотри, просто взяла и ушла. Зашибись. Ну а как бы семечки халявные? Это ж как-никак халява. Ворота. Заперта. Кто бы заперта, кто бы сомневался. Ну если заперта, то открой. Ой, она чуть не упала. Ну попробуй еще раз. Все, упала. Голова свиньи. Давай соберем. И чего, ты забрала серьезно голову свиньи? Зачем? Сохранение. Спасибо. Сохранение. Что мне с этим делать так? Объединить можно? С феном? Ну и фен. Не-а. Ладно, нет так нет. И что, мне теперь обратно столько хреначить? Ой, ну давай назад пойдем. Чё ж ты? Стой. Опять через все поле. Вот это вот. Для чего вот это, кстати? Что за чертовщина вообще происходит? Что за бред? Ладно, хрен с вами. У меня зато есть голова свиньи и есть фен зачем-то. А это типа покраснело оно. Сохранение. Спасибо, сохранение. Что-то слишком часто начало. Так хрен дождешься, а тут прям сразу, на те. Дверь, лужа, розетка. Ну давай-ка в лужу положим голову свиньи, я не знаю. А, да? А зачем? А может использовать в двери голову свиньи? Да? Ну а зачем? В чем прикол все? Свинья, чтобы та свинья выглянула, напугать нас и сама испугалась. А, нам открыли. Чего там, свинохрана? Что вообще происходит? Ух ты ж, ё, как все размазано, все в крови. О, дамочка, вы безбашенная просто. Думаю, я не буду это трогать, да и почему? Ну, не хватает маленькой запчасти, ничего не беда. У тебя, кстати, есть маска свиньи. Добавь ей, нормально. Не, ей, есть. У тебя есть уже одна голова, ей. Так хотя бы более-менее можно будет. Ну, ладно, как хочешь. Так бы у тебя была новая подруга. Ну, хрен с тобой. По-моему, это наш дом. Просто с ним что-то не то вроде. Тело. О, этот мудак конченый. Это, может, этот ключ подойдет к варям там в поле? Жаль, что он намертво зажат в его руке. Отруби руку. В чем проблема? А, использовать фен. Подключить к нему и в розетку. Так его током шибанет и все.
Так, и что, это все без головы? Он отрубил всем, что ли, головы? Типа себе, той женщине, типа своей жене. И, походу, ребенку еще. Там же у них был младенец, но это слишком большая для младенца и слишком маленькая для Лоралай. О, фиг знает. Так, а зачем вы мне приблизили, собственно? Нафига? Ну, я вижу, типа, не слепой. Вот, вон, вижу. Зачем так долго было приближать? Ладно, хрен с тобой. Давай-ка посмотрим, что там еще есть. Может, что-то полезное будет. Блин, ну комната вообще шикарная. Я бы себе тоже такую хотел. Тут маски просто великолепные. Только без женщины, без головы. Хотя... Ладно, давай-ка посмотрим, что тут еще есть. Кроватка, Беттани. Я обещала, что уберегу тебя. Не уберегла. Бугорок, это чего? Еще один бу, что ли, будет? Да, голова мамы. Давай, забери ее. Возьми. Молодец. Сейчас той женщине поставь. А, это ее мама. Давай, ставь обратно туда. Вставляй. Сейчас посмотрим, что будет. Только не пугай нас. Ну, ставь. И чего? Ку-ку. Смотри, как близняшки. Ладно, пошли дальше. Хрень какая-то. Я не знаю, зачем я это сделал. Может, головы надо будет собрать и в каком-то порядке тут расставить. Хрен знает. Давай-ка посмотрим, что на кухне. Опа, это не та башка была? Не то тело? А что это тогда тело? Что за женщина сидит? Это что, Лорелай, что ли? А ну, разденься, я сравню. У тебя есть татуировка вот эти в два кольца на тебе? И почему на тебе, кстати, почему на ней платье не надето, а лоскуток оборванный, просто сверху положенный? Во, теперь похоже, один в один. Запчасть сошлась, и чего? Все, что ли? Просто вернула голову на место, и все, зачем? Да, это Лорелай, я ж сказал. У меня есть нехорошие мысли, что тот, типа, отчим мог сделать. Он же убил эту и убил всех в итоге. Он мог раздеть Лорелай, как он и сделал. Видишь, тут лохмотья просто сверху положили для приличия. И знаешь, что он мог сделать? Я знаю, я догадался, но озвучивать не хочу. А потом не выдержал и себе с дробовика бошку снес. Фу. Да это только у меня такой испорченный мозг, или это прям так по сюжету должно быть? Надеюсь, это оправдается по сюжету, и я просто умный, а не конченый. Так, а что в итоге-то? Ну, туда же я не могу пойти, мне тут надо фен. Ну, может, ты сейчас фен положишь? В детстве я любила, да, я понял. А только мне сейчас будет необходимо, так тебе необходимо, ты забери его тело, с собой понеси. Что за прикол вообще, я не понял. Дыра в стене. Я не понял, что за хрень. Забери тело его. Я видел про ключ. Да я понял. Так, а что же мне сделать тогда, она предлагает? Да что сохранить так быстро прыгает? А ну дай голову. Че, не дашь? Жадина. Ладно, без головы тебе лучше шло. Так, а чего мне тогда надо сделать? Мамина спальня. Так, и кроватка Беттани, это уже было. Может, мне его голову надо где-то найти? Я не знаю, а где она может быть? Я тут везде нашел. Ну, а снять я уже голову не могу, значит, мне все-таки походу надо найти где-то его голову. А да где? Я побыл уже везде. Ну и где? Тут чего есть? Может, тут что-то лужа? Посмотреть. На влажном полу легко подскользнуться. Ну что, розетка? Сюда можно подключить. Ну так подключи, фен, ты что, издеваешься? Действительно необходимо. Давай посмотрим, попробуем пройти туда-сюда, может, действительно что-то откроется. Вот музыка уже тревожней стала, допустим. Ну и чего, давай пройдемся мимо крестов. Мне кажется, все-таки надо было найти где-то его голову и присоединить ему обратно. Но я все равно не понимаю тогда, куда, зачем, что, как, почему. Ладно, может, потом будет понятнее, что за сюжет, потому что пока я ни хрена не понимаю. Прям вообще. Ну, качество картинки мне нравится. Шикарненько. Так, ну чё, ворота, открывайте мне. Это я, свинья. Я к вам пришла. Хрю. Не прокатило.
А что тогда мне надо? Вот фен и маска свиньи мне зачем-то же дали. Вот я думаю, надо его тело как-то отнести в ванну, положить в воду и потом фен включить в розетку, оторвать, чтобы провода были оголенные. И ёмно, тогда он дернется, мышцы разожмутся, и ключ я смогу спокойно достать. Но, видимо, она так не думает. Она хочет что-то по-другому сделать. А как по-другому, она мне не говорит. Что ты мне предлагаешь делать, алё? Лорелай, нет, Лорелай долго тебя называть. Давай я тебя Лёша буду называть. Лёша, предлагай давай, что делать? Вот Лёха вообще лентяй, смотри, я сколько с ней хожу, Лёха мне ничего не предлагает нормального. Дыра в стене, это дверь называется. Ну и чё, гардеробные какие-то. Слушай, давай пошли со мной, а, мудачьё. Это что? Джон? Да, это Джон. Смотри, получилось. Да, нет, нет, убери картину, но ты сейчас опять долго будешь на нее смотреть. Не надо. Ты что, издеваешься? Серьезно? Нет, ну ты же как-то сейчас отключилась. Ну не надо. О, подожди, картинка изменилась. Они тогда вообще без головы были. А теперь они с головами. Да, изменилась, только вот смысл. И в чем прикол? Может, голову поменять местами, хотя вряд ли, я, по-моему, идеальных расставил. Картина. Опа, картина. Объединить? С чем? Что за тупой вариант? Использовать. Ничего не получится, я понял. Так, а у меня его ключ нельзя забрать? Смотри, семья. Использовать не надо, ну ты что опять случайно нажал? Так, а чего тогда они мне предлагают? Я не понимаю. Все-таки я угадал, та маленькая девочка, это Лорелай. Хотя я думал, это Беттани. Так, Леха, давай хорош пялиться на картину. Что я должен с этим сделать? Ключ он мне все равно... Мне предлагаешь бежать или чего? Теперь Майкл Джексон. Он теперь меня догоняет, твою мать. Да хватит меня пугать. Это прям вообще жутко уже. Давай, используй фен. Врубай, давай, в розетку. И сейчас... Давай, подойди, давай, давай. Кстати, это мой был второй вариант. Ты говоришь, Фрэнбоу жуткая игра. Ты посмотри на вот это вот. Это прям вообще капец. Хотя, прикольно. Так, бери быстрее. Мне вообще понравилась эта штука. Ключ летит в замедленной съемке. И она такая стоит. Вообще прикол, Лес. Вот это... Я вообще не ожидал, что это хоррор. Прямо ни капельки, а тут скримеры прямо уже две штуки за пару минут поймал. Ни хрена себе, да? Неожиданно. Кстати, я не помню, я Лорелай играл раньше мышкой или нет. Потому что сейчас я использую чисто клавиатуру. Фиг знает. Ладно, давайте, открывайте. Отпирайте ворота. Так, здравствуйте, это уже все, глава 3? Или мне сейчас продолжать что-то? Что-то я вообще сюжет не одупляю сейчас, что происходит. Зачем происходит? А, это у нее лицо светится почему-то. Дверь. Ой. Что это? Это фонарик называется. Милая Лорелай, к сожалению, я не смогла прийти сегодня, чтобы поприветствовать тебя. Но прошу, чувствуй себя как дома. Дверь не заперта. Последняя комната на втором этаже твоя. Поспи немного. Когда ты проснешься, я уже буду здесь. Ну все, давай, пошли. Ты же видишь, дверь открыта, тебе написал кто-то. Так, давай. Картина. Как странно, она кажется влажной. Ну как бы краска рисует. Пламя кажется таким хрупким.
Ты пришла в чужой дом, ты будешь сейчас все оскорблять, что ли? Картина не такая, свечи не такие красиво горит. Спасибо хоть за камин. Что-то он сильнее стал гореть. Мне это не нравится. Как бы не спалил хату нахрен. О, лестница. Пошли-ка. Так, мне надо на второй этаж, в самый конец идти. Блин, тут что, шифт реально был все это время? Последняя комната на втором этаже. Капец, прикинь, тут все это время был шифт. А я ходил все время пешком. Подожди, тут две двери. Давай в эту зайдем для приличия. А, нельзя, ладно. Но нельзя так нельзя. Пошли в последнюю, раз она наша. Вау. Максимально другой уровень графики. Ты видишь вот эту вот всю другую красоту. Ни хрена. Они головой шевелят. Шевелят. Ты видишь? Они головами такие. Все кончено. Моя жизнь. Мои надежды и мечты. Ты что, Сквидвард, что ли? Мертвы. Что мертвы? Я помню, как меня переполняла жизнь сегодня утром, когда я стояла перед зданием, запыхавшись из-за попытки не опоздать. Кстати, я тоже помню. Я была их новенькой. Так, на пороге новой жизни. Так, это я тоже понял. А как, почему, кстати, она шла на работу? Как она оказалась тут? Я что-то забыл вообще. Вау, тут все круче и круче графика. Ты смотри, что за прикол? Хм. Ты, наверное, новенькая. Ты опоздала. Ну, бывает. Ты опаздывает человек. Мне очень жаль. Нам автобус проехал мимо. А потом эта жуткая собачара. И оправдание. Мне не интересно. У нас нехватка персонажа, а ты еще не прошла подготовку. Я быстро учусь, я буду стараться изо всех сил. Прошу прощения за неудобства. Я буду стараться изо всех сил. Ага, все это говорят. Хм. Ты какая-то нахлая. Тебе нужна форма. Здесь нельзя ходить в такой одежде. Ладно. Иди наверх. Мария наверху в прачечной. Она поможет тебе найти. Какая мразота, а? Ты смотри. Ладно, пойдем дальше. Сохранение. Ну, пока рано сохранение. Я еще до следующего дойду и все. Мне ничего сюда вешать не надо. Поднялась по лестнице. Хорошо. А куда мне идти, собственно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Галерис. Так, тут чего? Закрыто. Дальняя дверь. Тук-тук-тук-тук. Здравствуйте. А, мне в прачечную, ну, надо было идти. А вот как раз прачечная. Здравствуйте. Привет. Ты Мария, прошу прощения. Hello. Привет. Че ты? Не ссы. Это ж я. А вот же, блин. У меня чуть сердце не остановилось. Какая же я глупая. Вот это уже мне больше нравится. Прости, я не хотела тебя пугать. Неужели я такая страшная? Прости, не хотела напугать тебя. Ничего, ты не виновата. Меня просто легко напугать. Есть у меня такая особенность. Ну ладно. Ты новенькая, наверное. Привет, я Мария. А я Лора. Но все, меня зовут Лорелой. Нет, ты Леха. Как мило. Блин, Лора же было... Приятно познакомиться. Взаимно. Блин, Лора ж реально намного логичнее сокращение от имени Лорелай, чем Лёха. Ладно, тогда Лора буду называть, хер знает. Я должна забрать здесь свою форму. Мария, ты давно здесь работаешь? Если честно, тут абсолютно вне своей зоны комфорта. Я должна забрать здесь свою форму. Вот же она, ждет тебя на полке. Да, я видел, я заметил, зеленая, голубая. Ну да, как у меня. Так это же зеленый. На следующей неделе ты получишь еще пару. Их уже заказали, но произошла какая-то задержка. В общем, не знаю. Мария, ты давно здесь работаешь? Если честно, я тут абсолютно не в своей зоне. Ну что ж, пора переодеваться. Ну что ж, пора переодеться. Давай, переодевайся. Встретимся внизу с сестринского поста. Сестринского? Это типа больница, что ли? Чуть не особо на больницу похоже. Ах, да. Еще кое-что, Лорелай. Да? Ты уже познакомился со старшей сиделкой Зои, верно? Такая, с большой задницей и плохими манерами. Да-да-да, кстати, познакомился. Я думаю, да. Ага. Ты не обращай внимания на нее особого внимания.
Она вечно недовольна, но поверь мне. Это не имеет к тебе никакого отношения. Так что... Просто продолжай улыбаться, и в конце концов, вы поладите, а? Хорошо, я постараюсь. Спасибо за что предупредила. Вот и хорошо. Увидимся через минуту, Лоралай. Дайте мне сохранение. Сохранение, все отлично. Тогда на этом все. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал и...